Друзья, всем привет! С вами я, Давид. И здесь держат очень-очень-очень хороших коровей, голубей. Вот, хочу вам показать анонимно. Эти голуби только летают летом. Не, это самки, самцы раздельно же, да? Самки отдельно, самцы отдельно тут. Вот такие голуби красивые. Человек-любитель. Вот такие красавцы, друзья. Одна лучше второго. Летом приедем, всех покажем. Сейчас еще вот этот осек покажу. Так. Здесь, по-моему, самцы. Так, хозяин предупреждает, чтобы я не смешал самцы с самками. Говорит, аккуратно снимай. Вот такая голубятня. Еще в одном месте есть отсек. Сейчас покажу попозже. Сейчас этих покажу. Сейчас, друзья, еще пойдем в другой отсек. Сейчас. Сегодня хорошая погода. Добрый брат. Сейчас. Такой отсек. Здесь самцы. Линноканцы наши красотки. Вот такой маленький обзорчик. Это, друзья, чистокровные линноканцы. Летом хозяин пообещал нам показать. Лед, бой. Это не нижний бой. Это как положено они играют. Вот. В узких кругах знают свои до наших этих голубей. Ладно, вот такой маленький обзорчик. Звонят мне, друзья. Попозже еще поснимаю. Если что-то новенькое будет. Может еще что-то будет интересное.
Так что, друзья, ждем.